Следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Напомним, его обвиняют в получении взятки в размере 140 миллионов рублей. Задержали Соловьева в апреле этого года. Власти Ижевска прокомментировали претензии прокуратуры к тросовым ограждениям на улице Удмуртской. В администрации рассказали, что надзорный орган потребовал нанести горизонтальную разметку. Сделать это планируется весной. В Удмуртии сократился размер госдолга. За месяц снижение составило более 830 миллионов рублей. Основная часть долга приходится на банковские кредиты. В обновление парка Кирова в Ижевске планируют вложиться питерские инвесторы. Они готовы выделить 150 миллионов рублей. Реконструкция предполагает обновление аттракционов и обустройство пешеходных зон. Информагентство «Сусанин» в преддверии Нового года запустило конкурс «Расскажи свою интересную праздничную историю и получи приятный подарок». Подробности на нашем сайте.